Такое часто бывает в кино, в жизни гораздо реже. Около часа ночи житель Кургана 90-го года рождения ехал по перекрестку Карбышева-Пирогова на скутере. На глазах у сотрудников полиции молодой человек ограбил пешехода. Полицейским практически сразу удалось задержать злоумышленника. Сейчас любитель трюков находится под подпиской о невыезде. Его скутер изъят как улика. За преступные действия грабителю грозит до 4 лет лишения свободы. Подозреваемый катался на скутере просто по городу Кургану в ночное время, так как не было один, так как не было транспорта на улице. Решил проехать по проезжей части по улице Карбышева. И вот там увидел нашего потерпевшего, который шел домой. Подъехал молодому человеку, то бишь потерпевшему, и выхватил сумочку. После чего с места преступления пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.